Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу проведены оперативно-розыскные и проверочные мероприятия. В итоге собственник одной из аптек уличена в нарушении правил реализации лекарств. Такую проверку оперативники провели на окраине Майкопа. В ходе осмотра помещения выявлены нарушения порядка отпуска и оборота одного из препаратов, допущенные собственником аптеки. Сотрудниками полиции были обнаружены изъяты порядка 1000 капсул указанного препарата. Данный препарат назначается, в общем, лицам больным эпилепсией, является аналогом препарата Лирика. Однако при употреблении данного препарата здоровым человеком возникает одурманивающий и расслабляющий эффект. Собранные в отношении 50-летней майкопчанки материалы направлены по подведомственности для принятия решения о привлечении ее к ответственности. Короткая информация о некоторых преступлениях и мероприятиях. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в марте 2019 года выявлена противоправная деятельность одного из заместителей главы города Майкопа. По версии следствия, обвиняемый совершил преступления, выразившиеся в систематическом вымогательстве и получении взяток в крупном и особо крупном размере от руководителей и учредителей коммерческих организаций, оказывающих услуги по содержанию автомобильных дорог. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Еще одно уголовное дело направлено для рассмотрения в Майкопский городской суд. В марте в ходе проверки информации о причастности 31-летнего местного жителя к хранению наркотических средств оперативниками профильного подразделения полиции Майкопа в доме мужчины обнаружен тайник с крупной партией запрещенных веществ. В хозяйственной постройке он хранил марихуану общей массой почти 120 граммов. За данное преступление УК России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В первом квартале в МВД поступило более 500 обращений граждан. Число таких заявлений через официальный сайт составило 86. Наибольшее количество направлено в отдел МВД России по Токтамукайскому району – 290. Активно граждане интересуются и деятельностью ГИБДД. Этой службой принято 272 сообщения. В управлении по вопросам миграции поступило 73 обращения. 21 раз жители и гости Адыгеи выражали благодарность. На личных приемах руководители ведомства приняли 29 человек, а еще 44 обратились к начальникам ОВД на районном уровне. Следственным управлением МВД по Республике Адыгея расследуется уголовное дело по факту незаконной деятельности группы лиц, осуществлявших оборот крупной партии немаркированной табачной продукции. Этот факт был выявлен сотрудниками двух региональных ведомств МВД и ФСБ. При проведении неотложных мероприятий правоохранители задержали одного из подозреваемых, 43-летнего жителя Красногвардейского района. Фигуранты, неустановленные к настоящему времени лица, действуя по предварительному сговору в феврале 2020 года, приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта табачные изделия, не маркированные специальными акцизами. Более 4700 указанных на табачных изделий правоохранителями обнаружены в ходе осмотра двух домовладений, расположенных на территории Красногвардейского района. Всего изъято на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция части 6 статьи 171 прим. 1 УК России предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.